Приветствую вас, друзья! С вами вновь Лотникова Екатерина, и сегодня я отвечу на самый распространенный вопрос. Откуда же возьмутся доходы, откуда возьмутся деньги, если вы утверждаете, что работая в интернет, ничего не нужно продавать? На самом деле вопрос очень хороший, потому что он говорит о том, что вы понимаете, что деньги платятся исключительно за товарооборот. Это правда. Деньги платятся за товарооборот, и на вашем экране шкала, на основании которой создан и работает весь маркетинг-план компании. В первой графе проценты от товарооборота, которые вы получаете в качестве вознаграждения. Во второй графе товарообороты, которые вы сами или вместе со своей командой организовываете. В третьей графе минимальный доход на данном уровне. Например, если вы сами или со своей командой организовали товарооборот для компании на 200 бонус-баллов, а бонус-балл – это внутренняя валюта компании, и давайте для простоты восприятия сейчас условимся, что один бонус-балл – это 1 доллар. Это в среднем так и есть. То есть, если вы в одиночку или со своей командой реализуете продукции на 200 бонус-баллов, вы получаете 3% от данного товарооборота. Среднее это где-то 5 долларов. Если вы реализуете на 1800, то 12% получаете. Если на 7500 бонус-баллов, то 22%. Здесь вы уже входите в ранг директора с доходом не менее 1000 долларов. И сейчас в моем рассказе вы слышали уже несколько раз слово «реализуете». И это правда. Деньги платятся за товарооборот. Но, повторюсь, делать это можно, продавая или не продавая. Давайте рассмотрим с вами два варианта. Итак, мы хотим получать доход в месяц 1000 долларов. И у нас с вами два варианта. Либо заниматься продажами, либо приобретать только себе. Давайте рассмотрим самый распространенный вариант, который очень часто используется с консультантами компании Oriflame. Итак, мы хотим и в первой, и во второй ситуации создать товарооборот 7500 бонус-баллов, но начинаем рассматривать схему с продажами. Естественно, продать лично на 7500 бонус-баллов нереально. Но вот продать на 1500 бонус-баллов, в принципе, каждому по плечу. Главное заняться этим процессом. Конечно, не с первого месяца, но за 2-3 месяца можно работать клиентов и делать такой товарооборот. Но мы-то хотим получать 1000 долларов в месяц. Значит, для того, чтобы создать 7500, нам просто нужно создать команду, найти еще 4 человек, научить их продавать. И тогда получится 5 человек продадут. Каждый на 1500 бонус-баллов получит товарооборот 7500. Выглядит это будет приблизительно вот так. Цель достигнута. 1000 долларов в месяц получает организатор. Да, эта схема рабочая, этой схемой работают, но мы так не работаем. Во-первых, я лично сама не люблю продавать. Научиться всему можно, но я не люблю это делать. А во-вторых, данная система нестабильна. Вот в команде в данном примере 5 человек. А представьте, одна из участниц ушла в декрет. Вы представляете, как сильно это скажется на товарообороте и, естественно, ударит по карману. Естественно, придется искать ей замену, вновь обучать, а это время и потерянные деньги. Теперь я предлагаю рассмотреть организацию товарооборота в 7500 бонус-баллов, не продавая. Как мы условились, мы будем брать только себе 25 бонус-баллов. Кто-то сейчас скажет, ну, если 1 балл это 1 доллар, то на 25 долларов, в принципе, это минимум, люди берут больше. Да, я знаю, как раз 25 бонус-баллов или 25 долларов – это та сумма, которая, ну вот прям вот самому маленькому бюджету обязательно необходима. То есть это то, что люди делают всегда. Поэтому, покупая себе, мы делаем то, что мы делали раньше. Мы просто покупали в другом магазине. Здесь, в нашей схеме, мы продолжаем покупать. И приглашаем еще 4 человек, предположим, в месяц, покупать себе и искать еще 4 человек. То есть, если в первой схеме с продажами мы пригласили 4 и их обучаем продавать,
то здесь мы пригласили 4 и их обучаем приглашать людей. Как конкретно это делать нужно, что, как это выглядит, об этом вы узнали с нашего первого видеоролика о том, что конкретно нужно делать. Сейчас моя цель вам показать разницу. Итак, покупаем себе, приглашаем 4 человека покупать себе и приглашать людей. То есть здесь мы их обучаем приглашать людей. Помыться они без нас сами помоются. Этому учить не приходится. Как это выглядит? На первом этапе точно так же, как и на картинке слева. Но это первый месяц работы. На второй месяц работы у вас уже 5 человек. На самом деле научить приглашать людей много времени не требуется, хватит и недели, но мы условно с вами берем, что месяц ваши новички обучались. Итак, теперь вас 5, и каждый по 4 человека пригласил, того в команду пришло новых 20 человек. На следующий месяц вас уже 25, каждый по 4, это 100 человек. И, наконец-таки, в нашем примере, на четвертый месяц 125 человек, по 4 человека, итого 500 человек в команде. Не 5, как слева, а 500. Ну, просто каждый взял себе. И обратите внимание, что 500 человек просто взяли себе, и получился товарооборот 12 500 баллов. То есть здесь доход в среднем где-то 1500-1700 долларов в месяц у вас, как у организатора. И потратили вы то же самое время. Потому что в табличке слева люди придут и с первого дня не начнут делать 1500 баллов товарооборот. Их надо этому научить, им надо наработать клиентов. То есть время тратится одно и то же. Только слева мы продаем, а справа берем себе. И немножечко по-другому работаем. Дальше. Данная схема, когда основана на личном потреблении, очень стабильна. Даже если 10 человек в этом месяце не приобретут продукцию, в декрет там они ушли, или вы бы не заболели, я не знаю, это никак не скажется серьезно на товарооборотах и, соответственно, на ваших доходах. Больше того, из 500 людей наверняка найдутся очень активные, которые начнут стремительно строить структуры. И, соответственно, будет расти ваш групповой товарооборот. Мы с нашей командой, с интернет-проектом, работая и зарабатывая в сети интернет с Reclaim, выбираем схему личного потребления. И мы приглашаем тебя в нашу команду. За год работы в нашей команде появилось 1419 новых званий. Это процентный уровень от 3 до 22%. В том числе 30 из них были на уровне 22% и выше. С доходом от 1000 до 4000 долларов. Компания на ежегодных мероприятиях чествует людей, которые стали зарабатывать более 1000 долларов. Вот. И вы сейчас видите фото представителей из России. Работаем мы в разных странах. Подобные банкеты проходили во всех странах, где есть компания Reclaim, 64 страны мира. В нашей команде 12 стран. Мы приглашаем тебя к нам.